«Ночные волки» Александру Залдостанову, хирургу! Спасибо, Севастополь, за тот прием, который вы мне оказали. Вы знаете, вчера для меня были вот этот момент истины, наступил как раз после кульминации программы. Я видел эту энергию, которую вы мне ее отдали, я ее сейчас до сих пор храню в сердце. Весь все поле, вся многотысячная толпа кричала нам и хлопала. И это была самая большая награда вот за то время, которое мы здесь провели, готовя для вас вот эту кульминацию. Там была мысль, которую я хотел вам сказать. И я ее, мне кажется, вы ее прочли. Потому что я не верю в то, что мы разные народы. Я верю в то, что мы один народ. И когда мне говорят, что дружба народов, я это, знаете, это от лукавого. Мы один народ. У нас одна история, у нас одна победа, у нас одна вера. И у нас одно будущее. И я поздравляю вас, искренне поздравляю вас с праздником Черноморского флота, с традиционным праздником, который очень любят севастопольцы. Мы тоже внесли какой-то вклад в этот праздник, и мы очень рады иметь такой от вас, такой вот от вас иметь вот посыл.